Черт, фигня какая-то прет. Кофе, что ли, попить? Ленчик, Парфенов, пойдем к нам. У нас на Первом канале проктологов нет. Чего? Сколько? Жлоб ты, Парфенов. Не возьму тебя больше на КВН. Так, заруби себе на своем кошерном носу, что реклама — это главное основное. Русскому человеку можно втюхать все, что угодно. Поэтому, кроме Гарри Поттера и Кальвы, давай будем рекламировать, например, наши презервативы. Назовем их, к примеру, Володя. А слоган будет «Россия на Володях держится». Или лучше позвони в какое-нибудь рекламное агентство и закажи рекламную кампанию. О, понял? Ну, давай, напрягайся. Сталевич, ну как там? Значит, рейтинг растет? Ты скажи Эрнсту, может, еще одну прямую линию устроим? Сам догадался? Молодец, Костик. Помни, Сталевич, реклама — главное и основное в нашем деле. Мало рейтинга не бывает. Ну, давай, не парься, дохма. Паш, а где презервативы? Клиенты ждут. В производстве. Да.